Всем привет, с вами я, Игроляндия, и сегодня мы будем играть в новую игру. Не помню, как она называется. Крокодилы медленные, мало дамага. Ну, короче, они бешеные. Мы сегодня играем за старика. Будем убивать разных вот таких монстров, например, как крокодилы. И, короче, суть в том, что будут монстры ставать улучшенными, и мы будем прокачиваться тоже. Так что давайте победим этих бешеных крокодилов. У нас открылась бомба. Так, давай-ка проверим. О, две бомбочки. Так, надо кидать. Сейчас давайте поближе к крокодильчикам и кинем их. Ну, как бы бомба наносит так себе урона, поэтому надо потом ее прокачивать. А пока что мы заработали 270 монеток. Не знаю, за что мне дали 100 монеток, а вот первая прокачка. Это наше ружье. О, нам еще деньги дали. Давай-ка, а не, нельзя ничего прокачать. Ну, давайте купим вот эту бомбочку одну. И давайте на второй уровень перейдем. Первый эпизод. Let's Rock. Второй уровень. Убиваем крокодилов. Они бешеные, просто бешеные. Так, у нас ружье перезаряживается. Так что, тихо. Так, монеточка. Уток надо подбирать, потому что они дают монетки. Так, еще одна монетка. О, кстати, можно просто палец задерживать и сразу стрелять. Да, вот так можно. А я не знал. Ну ладно, сейчас даблкил сделаем. А, тут что-то. А, динамит и коин. Стоп, коин? А, еще утки. Монетки и утки. Так, у нас тут петарда. Ого, две петарды. Наверное, что-то будет опасно. Так, а это что за черепахи? Мы медленные, но очень... Короче, не знаю. А ну-ка, давай-ка попробуем бомбу. Фу, убил. Какая-то она странная. Ну и что? А, у нее много здоровья. Это что было? Она стала вместо черепахи крокодилом? Или что? Что это такое? Вы когда-то в болоте видели вот таких черепах? Если их уничтожить, то они будут вот такими. Это какие-то динозавры. Или как их назвать? Так. Опять черепахи. Сейчас можно гранату это использовать. А что одну убило только? Ну ладно. Так. Ай, ай-яй-яй. Они будут сейчас меня ранить. Стреляем. Фух, убили. О, еще одна бомба. Бомба-петарда. Стоп, вы видели, сколько мне там монеточек дали? Где-то 800 этих. 800 штук. Так, что? Можно прокачать? Да, можно ружье свое прокачать. У нас какие-то тут эти. Появляются вот эти смертики. Ну, давайте попробуем с моей ружкой. Мне кажется, еще одно улучшение, и я буду ваншотать этих крокодилов. Страшных. Я их и так почти ваншотаю, а так вообще буду ваншотать. Так, даблкил. Еще черепахи тут. Раз, два, три, четыре, пять. Та-та-та. Видели, какие бронированные? Я даже это не смог их с первого раза уничтожить. Так, ну теперь уничтожу. Тут один крокодил. Так, давай-ка это. Так. Убиваем это чупа-пупу няня. И все, скоро конец. Ну, наверное.
это утка была. Блин, все, она улетела. О, что это такое? Он локет. Что это? Это коктейль Молотова, я знаю это. Он, наверное, всех поджигать будет. Оп. Ну да, я так и думаю. Гори, гори, ясно, что будем погасить. Они так до самого конца будут гореть? А не, все, потушил газ. Вообще это как-то странно, крокодилы горят, хоть они в воде. Ну, конечно, лесо их может гореть, но мне кажется, они могут просто окунуться и все. 810. О, можно биггер клип. Это можно прокачать наши патроны. Так, там что-то показывают. Ого, это что, бесплатно? Ух ты. Что-то. А, Молотов. Так, что это, критика? На-на-на-на-на. Какой-то критикал. Так, ну давай хаешку кинем. Еще хаешку. А этих будем убивать. И смотрите, я ваншотаю крокодилов. Я что, смог это делать? А не, а как я ваншотнул? Наверное, когда появилась эта надпись «Криминал». Так, надо вот эту коктейль молота кинуть, потому что это... Много этих... Идут монстров. Так. Так мало? Не, ну я не буду это звездочку играть. Так, реклама. Угу. Так, что тут еще? УЗИ потом будет. Какой-то М16. Ладно, не буду спойлерить. Что это? У нас тут какие-то геноты. Я видел. Что это? Recon on board. Короче, скунсы на лодках. Recon, скунс. Или как его? О, наверное, наносит много дамага, потому что он в бомбочке. Он, у меня даже меньше бомбочка, чем у него. У него эта бомба как человек. И потом он еще плывет на этой бомбе. Это странно. А бомба еще подожжена. Интересно, что будет, если кинуть коктейль молота? Они сгорят? А че бомба не взрывается? У меня один вопрос. Че бомба не взрывается? Я думал, типа, они гореть будут и, типа, сразу взорваться. Но нет. Так, монеточки, монеточки. Блин, у меня патронов мало. Давай перезаряжимся. На, на, на. Да, блин, на два генота хватает. О, а тут много, да-да, это, кинуть гранату. Но. Как тебе она помогла? Ну ладно, все равно убили. И кто это еще будет? Еще геноты будут. Опять эти скунсы. Скунсы. Так, бьем. Ну все, это последнее. А, нет. Это еще не последнее. Ого! Это что за эта толпа? Блин, надо перезаряживаться скорее. Фух, убил. Так, ну все. Надеюсь. И еще черепахи. Я буду их стрелять до бесконечности. Минимум до бесконечности. А максимум до супер бесконечности. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Меня все-таки бабахнул один енот. И, кстати, хочу сказать, больно было. Ну, конечно, не так много он нанес урона. Но, как говорится... И не так уж и мало. Ну, типа, для начала мы же только начали играть, а уже наносят такой урон. Так, что тут? Тут НЛО. Оно у меня все забрало. НЛО! Так, я не понял. Чего у меня у НЛО все украло? Это комары, кстати. А ну, иди сюда. Так, что это? Из короче, что-то летает и стреляют. Ого, сколько крокодилов! Да тут это победить нельзя. И притом меня все отобрали. На!
Но я, наверное, сейчас все окуплю, потому что если так будут часто лететь эти НЛО, то у меня будет где-то 6 и 3 вот этих... Ну как его? Ну какие сжигают эти? Я уже забыл. Огнестрелки. Нет. А, коктейль Молотова. Будет 3 коктейль Молотова и 6 бомбочек. Потому что, видите, сколько уже? Во. Блин, уже конец подходит. Так, нужно потерпеть чуть-чуть. Вдруг еще прилетит. Так. Блин. Ура! Стоп. Что случилось? О, блин. Я, короче, переиграл. И, короче, я хорошо переиграл. Ну ладно, давай дальше. Не, лучше прокачаю пушку потом, чем просто обойму прокачать. Так, что это? Монстр трусами. Какие-то монстры с трусами. Смешно. Так, убиваем этих монстров. Так. О, утка была. Что это? Перец? А, что это? Мэк, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Стреляю! На-на-на-на-на! Ого! Ну это класс! Я быстрый, как не знаю кто. Как огнестрел. Вот почему там монстры с трусами были. Потому что они эти трусы обкакают. Ну мне так кажется, потому что я просто... Этот... Не дробовик, а миниганчик. Вот это. Да сколько их идут? А... Ну тут безоговорочно надо. Тут что-то стопудово надо кидать. Да потому что посмотри, сколько крокодилов еще. Да. Он думал, что меня укусит, но нет. О, еще эти еноты. Еноты. Скунсы, короче. Тихо, не подходите. А то дам вам это дробовиком. Откуда у нас дробовик вообще? Так. Так, вот на этого стреляем. Ой. Ай. Ай-яй-яй. На. Фух, убил на последнем издыхании. Ого, они уже почти... Оно, они мне четверть уже моего дома снесли. Так. На! Нет! Фу, я думал, он сейчас взорвется. О, крокодил. На! На. Оп. Даблкилл. О, это новое оружие. Это УЗИшка. Все. Very fast, more effect. Ага. Короче, он говорит, что все хорошо. Но в чем прикол, она, это, маленькая больная. Ой, не дальнобойная, а... Короткобойная, как его, малобойная. Малобойная. Так, надо за 3000 прокачать оружку. Ну, наверное, не буду. Так, уже еще это прокачать. И погнать. Я вижу там бобры какие-то. А, все, закончилось. Ну, ладно. С вами был... Ник 001, Игроляндия. Всем пока.